Оставь в покое бедных людей. Ведьмак, Робин Шах, мой родин, родин, мой лук, если первый сломать от того, я был бы не рад. Эх, какие красотули тут порхают! Груди, как дыни! Надо ли тебе чего, мастер? Это тебя стража в город допустила. Ну ты опять промокнул. Ищем, злодей. Веди себя прилично, хулиган. Мое почтение старшему охотнику за колдуньями и господину судье. Давай нам тоже, что всегда. Разумеется. Если и дальше так... Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Да я просто город осматриваю. Интересно, что тут за воротами? Моему Шурину тоже было интересно. Так он уж пятый год как в земле гниет. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Я не знаю пароля. Тогда плати. Держи деньги. Заходи. Сперва оставь мне оружие. Пускай у меня полежит. В целости и сохранности. Ладно, только не потеряй. Не беспокойся. Поговоришь с королем и все отдам. Что тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господин. Биг-там Азра! Поддержи, благодарю, господин! Истинное чудо! Как тебя отблагородить? Убедись, брат, из смотри, что я нашел, совета, мама! Чары, такое красивое ожерелье! Как наше предприятие? Хорошо. В нашей тайной лечебке... Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. В
Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща — обидное прозвище для нашего пристанища. Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать. Может, зад свободы? Для человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичен. Ты называешь это данью, а я налогами. Для тебя это воры, а для меня работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями поддергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город, потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком. И должна была начинать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем. Посмотришь, как выглядит моя жизнь. Элегантным нужно быть, как я. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. И вместо того, чтобы любезничать, вернул бы моему другу его оружие. А как? Все отдам. Раз сказал отдам, значит отдам. Держи свое барахло. Спасибо. Вы, госпожа, поосторожнее. В Новиграде вам теперь опасно стало. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно.
Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать?